Всем большой привет! У меня сегодня суббота, и я приехала сейчас вот сюда в аптеку, вот эту Lacotel, или как же она называется. Мне нужно купить для Кэтрин эти Ice Hot Packets, такие типа наклейки, горчичники, я не знаю, как это назвать. В общем, у нее что-то на шее потянуло, она там отлежала, я не знаю, что сделала. В общем, мышца у нее там болит, нужно вот такой пакет купить. И потом хочу зайти в Панера брать, чтобы там взять нам ланч. И еду домой. Завтра поездка, похоже, у нас отменяется, потому что завтра будет с той стороны Флориды. Погода, конечно же, не из лучших. Будет дождь весь день идти. Поэтому на пляж мы завтра не попадем. Аптека. Здесь же они делают прямо тест на ковид, кому интересно. Это шампуни новые, модные. Я вас в эту аптеку уже приводила здесь. Получается и аптека, и потом всякие разные вот эти вот вещи, и игрушки, и тут же и продукты, в общем, все, что вы захотите. Здесь же есть, кстати, у них вот эта русская, как сказать, русская линейка, русская аптека. И знаете, что хочу? Такие витаминки, которые белые, но их здесь, к сожалению, нету. Уголь активированный. Так, мне нужно найти то, зачем я сюда пришла. Все остальное не важно. Ice Hot. Icy Cold называется это. Где же это есть? Нашла вот то, что я искала. Вот такие пакеты. Я их заказала, но они пока придут. Я не знаю, когда они придут. Поэтому быстрее будет просто вот так вот взять и купить. Ага. Сколько здесь в одной штучке? Один, что ли, всего внутри? Понимаю. Пять штук. Возьмем вот это и возьмем вот такой вот не крем, а вот такой вот No Mess Pain Relief. Это Icy Hot Max, это Original. Но возьмем прям, чтобы максимум, чтобы прям все ушло, весь пейн. Так, что здесь еще интересного можно посмотреть? Здесь в этом отделе, помните, когда у нас была пандемия, они продавали маски, хенд-санитайзеры всякие. Задорого! Чего они не должны делать, по идее. Ну, так многие делали. Так что вот такие вот дела. Так, а вот у меня горло болит. У меня болит горло. Просто и витамин С у меня есть дома. Ну, как бы заболевать начинаю, что ли, знаешь, такое состояние. Ладно, с солью с морской полоскаю, ничего страшного не случится. В общем, завтра мы решили перенести на другой день. Так, смотри, какие расчески. На другой день, на другое воскресенье, когда не будет дождя. Какая расческа интересная. Вот, поэтому завтра, ну, наверное, я поеду, съезжу в Гудвилл и, возможно, выйду в прямом эфир. Что-то такое, лаванда, алкоголь фри, тонер с лавандой, пожалуйста. И здесь лаванда, essential oil. Ой, сейчас начинаю понимать, что я хочу кушать, что мне желудок просит покушать. Так, ну что, вроде бы все, ничего больше не нужно здесь. А, мне жвачку нужно было купить. Здесь, мне кажется, есть жвачки. Ладно, пойду расплачиваться. Мне кажется, сейчас будет дождик. Окей, все, взяла то, что мне нужно было. И там женщина у входа давала мне пробники какие-то, тоже какой-то для pain relief, какой-то крем медицинский, и плюс какой-то крем она дала для под глазами. Синяки под глазами замазать. Она, видимо, заметила, что я не выспалась, как обычно, и дала мне крем, чтобы я замазала свои синяки. Окей, я сейчас иду в Panera Bread, потому что я впервые съела что-нибудь. Потому что я здесь беру кое-что здесь, в общем, что нравится Кэтрин. У меня Кэтрин очень такая, как говорится, пики. Ей не нравится абсолютно вся еда, поэтому я хожу в те места, где я могу найти что-то и для себя, и для нее. Панера Бред — одно из таких мест.
Вот это у них появился вот этот flatbread pizza. До этого у них не было. Сейчас появился, ей нравится. Я приехала в супермаркет запастись едой. Я думаю, на несколько дней, на неделю я не буду затариваться. Хочу сделать spicy chicken meatballs. Это значит куриные мясные шарики, острые, с острым соусом. То есть фарш добавить острый соус. Очень-очень вкусно, кстати. Кому нравится остренькое. Вот так вот. Кэтрин хочет просто куриных крылышек в этой фраере. Очень ей понравилось в прошлый раз. А мне пришла моя посылочка. Это та самая коробка, про которую я вам уже рассказывала много раз. В которой делаются фотографии. Называется фотобокс. Вот такой она получается размера. А вот это цвета, которые можно сделать на задний фон. Такой бежевый, серый, белый. И, конечно же, черный. Здесь у нас какой-то адаптер. Что здесь внутри? Еще что-то белое, какой-то футляр. В общем, сейчас я соберу все и покажу, как это будет выглядеть. Окей, вот она, эта коробка. Хочу вам показать. Вот внутри, как видите, выглядит. Этот фон меняется. Свет вот здесь вот можно переключать, делать меньше, делать ярче, понимаете? То есть можно вот так вот отсюда фотографировать, допустим, вот так вот вещь. Это там должна я поправить этот бэкграунд. Потом можно вот так вот закрыть. На Амазоне я покупала эту вещь. Можно вот так сфоткать. И дальше вот здесь вот открывается сверху, делайте фотографию сверху своего продукта. Посмотрите, как классно, вообще просто супер. Все это на липучках просто приклеено. Здесь вот видите, как клеится на липучках все. Нам нужно найти это место для этой коробки, потому что она занимает достаточно большая эта коробка. Посмотрите, как классно. Давайте попробуем что-нибудь туда поставить и сфотографировать. Вот, например, у меня здесь под рукой вот такая вот бутылочка. Я же не фотографирую, я сейчас снимаю. Ну, вот так вы фотографируете. Там я поправлю, и получается будет все белое. Было бы еще здесь белое. Ну-ка, давайте попробуем со светом поиграться. Так. Можно вообще, смотрите, как ярко-ярко сделать. Это просто супер вообще. Там можно обувь, она достаточно большая. Для обуви 100%, для всяких... товаров, например, вот, допустим, камера у меня. Вот так я могу фотографировать, да? Вот он так. Либо мы можем сделать демонстрацию, вот такую сделаю. Вот так вот можно сделать. Или мы открываем сверху и вот так вот сверху фотографируете. Ну, конечно, фотография будет меньше, чем видео, то есть будет как раз-таки квадратную сделать. Супер вообще, супер. В общем, я в восторге. Да, я разорилась, потратила $100, не жалко было очень сильно, но я думаю, что это того стоит. Оставлю ссылку в описании на Амазоне, где я купила, и чтобы взяла обязательно, чтобы доставка была с Prime, Amazon Prime у кого есть, чтобы она была, как сказать, быстрее, потому что не Prime, в основном это шлют из Китая, вам нужно ждать несколько месяцев. Поэтому лучше прайма. Класс. Напишите, что думаете. Напишите, у кого есть такая коробка. Ваше вообще впечатление, как она, помогает ли вам или нет. Что-то мне здесь дали. You can contact us. Да-да-да-да. Scan the QR-code. Ну, здесь вот, видите, информация есть, кому интересно. US, UK. Веб-сайт. Ну, я на Амазоне это покупала. Просто вводите... фотобакс, и она вам высветится. Этот размер, я так понимаю, 20 на 20. Были меньше, конечно же, коробки. Они стоили дешевле. Но мне нужна больше, потому что я хочу ее использовать не только для каких-то вот таких мелочей, а я хочу там и мелочи, и обувь, и посуду. Может быть, даже какую-то и одежду попробую туда засунуть. Не знаю только какую. Сумки здесь можно фотографировать. В общем, много всего здесь можно фотографировать. Но ссылку в любом случае оставляю, если вам интересно посмотреть. Вот так вот. В общем, я довольна.
Хочу с вами поделиться быстренько, что у меня продалось. Уйди, пожалуйста. Уйди. 6 вещей. Это спортивная юбка последняя, Stella McCartney, помните, которую я находила за $5. Я ее продала за $35. Даже то, что размер small, они у меня очень быстро продались. Дальше это леггинсы, джаггерс от Lululemon. Я их продала за $30. Детская футболка Polo Ralph Lauren за $12 ушла. Вот такая вот Lacoste. Помните, Lacoste я находила винтажную такую с Айзодом. Она у меня продалась, я так помню, за $24. Майка за $27. Я брала ее за 5, если вы помните. И вот это вот самая моя большая продажа на этой неделе. Это Kate Spade Broom Street. Вот такой вот свитер в виде зайчика. И сзади здесь есть такой хвостик. Она у меня продалась за $80. Вот такие вот продажи. А здесь мои собаки. Сейчас мы будем все это упаковывать. И завтра утром я это сброшу все для отправки. Доброе утро всем. У нас понедельник. 7 часов утра. Я только что спускалась, отнесла свои посылки, отбросила, спросила. И сейчас хочу прогуляться к океану. Пару минут там посидеть. Вот у нас здесь что происходит на бассейне. Спустя неделю опять ничего я не вижу. Ну вот здесь убрали плитку, я, может быть. Интересно, что они будут делать? Больше бассейн делать или что? Вряд ли, что они смогут больше бассейн. Хотя, кто знает. Не знаю. Не знаю, не знаю. Горло у меня сегодня получше. Но у нас Марк все равно. Чувствуете, наверное, да, голос такой, что нос заложен. Идемте смотреть, как у нас сегодня здесь красиво. Сегодня работаю из дома, поэтому у меня есть возможность сегодня подойти к океану на пару минуточек. Хочу после работы выйти прогуляться после пляжа и учиться потом. И фотографировать, и выставлять вещи в магазин, и видео монтировать. В общем, столько всего надо делать, боже мой. Песок опять, видите, как высоко? Лестница в песке аж. Башмаки пока сниму здесь. У нас какой-то уже отдыхающий лежит. Влажный песок, мне кажется, был сегодня дождик ночью. Смотрите, сколько водорослей. Фух. Боже мой, даже к воде не подойти никак. И возле этих водорослей везде мошки всякие. Хотя вот здесь мы можем. Одна нога сюда, сюда, сюда. И сюда. И вот так. Вот. Подошли. Ай, вода теплая-притеплая. Солнце встало буквально полчаса назад. Вода классная, не то, что она там такая теплая-теплая, горячая. Прям, ну, немножко прохладная даже, можно сказать. Блин, как красиво, посмотрите. Реально красиво. Хочу вам показать свой сегодняшний ланч. Я первый раз заказываю из этого места, называется Pura Vida, на испанском где-то примерно значит чистая, свежая жизнь, что-то типа того. Смотрите, какая упаковка, даже одна упаковка такая красивая. Здесь вроде еда, но они так красиво упаковали, как будто бы это здесь подарок. Сейчас покажу вам, что я заказала. Ай, боже мой, это же
реально ни пальцем, ни ногой. Наконец-то я открыла. И здесь меня ждет вот что. Это полезная какая-то еда. Кухня. Кафе. Это у нас асаи боул. Что-то получается асаи. Немножко расставила уже здесь. Я вижу манго. Нет, это не манго, это ананас, банан, клубника, коконат, кокос, гранола и чиа-сидс. А здесь у меня куриный раб. Куриный раб. Сейчас я вам покажу. Здесь еще салат какой-то сбоку даже ложится. Даже говорю одно такое оформление. Приятно, так я знаю. Смотрите, у них наклеечки везде, так написано. Цезарь, глютен фри и так далее. Здесь у нас идет кейл, курочка, сыр. В общем, это chicken caesar wrap. Куриный caesar wrap с кейлом вместо лерос. Также я заплатила $3 за авокадо. Но авокадо мне, к сожалению, положить забыли. А $3 взяли. Вот такой вот у меня сейчас будет ланч. Но я все это сразу говорю, не съем. У меня только что был фастинг. Временное голодание 17 часов. После этого голодания, если честно скажу, сильно не хочется. Я съем половинку вот этого, половинку этого. А остальная половина будет у меня на втором прием пищи. И это все, что я сегодня съем за день. Вот такие вот дела. Я здесь занимаюсь стиркой. Помните, эти кроссовки я находила? С этой стороны отмылись, они как новые. С другой стороны подошва отмылась. Сам ботинок не отмылся. Мне, похоже, нужно будет это делать вручную. А ну-ка, хватит, хватит. Такие кроссовки новые, отличные просто. Поэтому я думаю, что вручную надо будет их отмывать, либо еще раз стирать. Я просто в обычной стиральной машинке постирала, но сушить я не буду, потому что один раз я посушила уже свои кроссовки, они у меня уменьшились. У нас такие вежливые люди в здании живут. Идет на тебя смотрит, я иду смотрю на нее, поздоровалась, она идет на тебя смотрит. И хоть бы что. Ну, это в основном у нас такие туристы, приезжие. У них, видимо, не принято здороваться с соседями. Вот такие вот дела. А я дома после работы сейчас занимаюсь стирками. Нос бежит. Хочу вам показать шубу. Я ее одела вот здесь вот на вешалку. Не на вешалку, на этого, на манекена. Она на самом деле очень маленькая. Я думаю, что это размер, наверное, медиум будет, но очень красиво смотрится. Отправила фотографию одной девчонке. Посмотрим, если ей будет интересно. Хорошая шуба, очень хорошая. Приняла душ. Сейчас хочу... Не хочу, мне нужно позаниматься, поделать уроки. Нос течет. Чахотка. Это последний период болезни. Отходняк. Когда у тебя начинает просто не останавливаясь. Течь нос и начинаешь чихать. Вот, а потом здесь будет облазить кожа и вылезут болячки на губах. Я уже знаю, как это проходит. О, боже мой. Мы со знакомой вчера с одной общались, она заболела короной. Прямо у нее такая паника жесткая чувствуется. Ну и страшно, потому что... Вот реально страшно, потому что ты не знаешь, что ожидать. У меня маленькая дочка, конечно же, она переживает, чтобы она не заболела, чтобы с ней все было в порядке, потому что я так понимаю, что у нее нет больше никого, кто ей может, как сказать, помочь. Вот я, если что, звони, мне очень помогало, когда я болела, общаться вот так с кем-то, с той же медсестрой по телефону, еще с кем-то, это реально помогало, потому что когда ты один, у тебя реально, ты начинаешь загоняться. Я посоветовала то, что делала я, напиться таблеток, главное, чтобы не переборщить с таблетками, включить YouTube, включить вот самое наитупейшее видео, какое может быть, где у тебя мозг просто должен отключиться и не думать. Потому что я помню, когда я что-то включала, и у меня мозг постоянно работал. Это было очень сложно. И плюс на телефоне себе скачивала всякие, знаете, игры,
Какие-то вот тоже просто пасьянсы, тоже там какие-то штучки собирать, всякие колечки. В общем, все, что у вас отключился мозг. И все. И только время поможет, чтобы это все ушло. Кэтрин там с Розочкой играет. Абби у меня здесь, а Розочка там. Вот такие вот дела. Всем большое спасибо, что вы были со мной в этом влоге. И увидимся с вами уже в следующий раз. Пока-пока.